смогли они не только удержать ничейный результат, но и забить победный мяч. Толчок в спину штрафной площади, указывает главный арбитр Сергей Чебан на 11-метровую отметку. Ну, действительно, нарушение было в пределах штрафной площади, и толчок в спину был. Ну, и так, Тули, разбег, удар, гол. Уважаемые болельщики, напоминаем, сейчас, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего вроде бы тебе не помещало. Но пробрали с Тихой Сапой. Толкнул футболисту Факова. И хитрый пас пятый. Был отыгран Михаил Филиппов. И в результате чего сравнивает счет Воронежца. Не успел выйти на поле. Добавляем, добавляем, добавляем! По-прежнему продолжается атака воронежцев. Никитин удар по воротам. Никитин навес воротарскую состоялся удар по воротам, но два матча отработал. И расскажу о них поподробнее после этой атаки Факела. Сейчас продолжается удар с лету, сильнейший удар. И там, по-моему, Козина из уровня выключили. И продолжалась атака тем. Воронежцы. Удар. Полуудар, полупас. И может быть... Переводи, Серега! Дальний пас. Значит, Григорьева. И здесь может быть опасно, но здорово. Филиппов выходит. Ну и там офсайд. Основ, да, Григорьев, здесь может быть опасно. Наперевес ему мчится. Хозин, Григорьев. О, да, сейчас очень опасно было у ворот Михаила Филиппова. И желтую карточку получает за симуляцию, по всей видимости, футболист Факела. Давай,
Просто было добить! 39 сентября на стадионе в Пешмяковском. Нам гостит московская торпеда. Матч начнется в 18:00. Ждем всех на стадионе. И вторая, это желтая. Если же говорить о следующем матче календарном, то опасно может быть и в полушпагате сейчас разряжает обстановку Владислав.